Приветствую новобранцев. Сегодня внеочередное включение в честь нового сезона боевого пропуска, также нового ивента «Не Тихий океан». Начнем с боевого пропуска. К сожалению, нет ни переработки рейтинга, ни новых интересных экземпляров оружия, да и практика удаления устаревших образцов теперь становится нормой, что печально. Но из плюсов новое оружие хоть и не сильно отличается от прокачиваемых аналогов, но не бесполезно, а является усиленными копиями топовых автоматов. Правда, не все компании получили такой буст, ну хоть так. Где мои портреты, улитка? Также был выпущен патч. Из важного, там несколько усилий японцев в Тихом океане, что им и требовалось. Исправлено отсутствие картинки в оптических прицелах авиации. Бумага. Где обзор? А теперь к ивенту. Длится он с 5 по 11 октября. Стартовал в 16.00 по Москве и закончится во столько же. Обновление задач будет происходить закономерно в 16.00. Каждый день можно будет получать за 3 победы в Тихом океане бустер на 100% на один бой. 10 заявок на визуал солдат за 10 фрагов на одном бойце, также один раз в день. А также будут выдаваться заявки на коллекционное холодное оружие, которое, напоминаю, можно купить теперь в любой компании, начиная с Москвы, заканчивая Тихим океаном. Они будут выдаваться за 400 фрагов в Тихом океане. Делается эта задача по 200 фрагов в день, в два этапа. За весь ивент можно заработать 6 бустеров на 100% на один бой, 60 заявок на внешку и 3 заявки на уникальное оружие ближнего боя. Прекрасно! Если вы досмотрели до сюда, поставьте лайк и подпишитесь. Я старался. Вырвал нос из-за того, что приболел. Всем удачных каток!